Мемы объединяют, иллюстрируют любые ситуации и помогают емко выразить эмоции. На протяжении многих лет они являются неотъемлемой частью нашей коммуникации, но только о психологии влияния мало кто задумывается. А стоило бы. Лекция «Мемы на сложные темы» – это что-то новое для студентов Российского университета кооперации. Ее проводит эксперт из Ижевска Вячеслав Правдинский. Специалист в области дизайна поделился своими знаниями о создании мемов, мерча и стикеров. В лексиконе современной молодежи эти слова давно как родные. Ребята сейчас входят в взрослую жизнь, и они уже перестают быть просто потребителями, они становятся генераторами контента в том числе, и будучи и блогерами, будучи просто взрослыми людьми. И некоторая гигиена работы с мемами, она тоже очень важна и полезна для того, чтобы ребята понимали, как можно ту или иную ситуацию превращать. Ну вот раньше это превращали в анекдоты, сейчас это превращают в мемы. Нельзя недооценивать влияние мемов, утверждает эксперт. Сегодня, помимо того, чтобы просто переслать их, нужно еще и понимать, что они могут влиять на людей, вызывая самые разные эмоции. Помимо того, на встрече ребята обсудили с лектором стикеры как способ коммуникации. Теперь их используют почти все, даже высокопоставленные персоны. Я уже предложил нашему проректору сделать с ним стикер-пак, надеюсь, что он согласится. Если это все прокатит, я на самом деле только за это, только вот за такое общение, потому что если ты постоянно будешь ходить в костюме, как говорит наш проректор, быт определяет сознание, но то, как ты выглядишь, конечно, тебя также и оценивают. Поэтому очень сильно мне хочется, чтобы все понимали, что мы не все роботы, мы все люди, у нас у всех есть своя другая жизнь, которая вне вот этих стен, вне кабинетов. Наверняка в скором времени подобные лекции станут приятной обыденностью для современных студентов. И они будут только рады. Анна Смирнова, Первомытищинский.